Привет, народ! Мы продолжаем играть в Лего Мир Юрского периода. И нет, он не отсоединен. Тебе показалось, да. We need three double cheeseburgers with everything. No onions on mine. I don't know if we'll turn it over. Я лучше... Мне нравится этот заказ, и... Мне кажется, мы должны что-то сделать, потому что... Серьезно, я не знаю, может нам действительно надо что-то сделать. Ладно, давайте попытаемся залезть выше. А, я не успеваю уклоняться. Ладно, надо сейчас. А, надо совсем заранее, все понятно. Я думал, надо можно попозже. Нужно прям реально, как только он начинает лететь. Постепенно залезем. Тут дела идут не акти. Так, мы можем лезть вверх или как? А, надо переключиться. Сейчас, а лебедку? Может, лебедку? Так, серьезно, зачем ты подорвал какой-то краник и тебе ищешь следы? По-моему, это лапа капитана Крюка. Кстати, я вспомнил, какой фильм я жду. Фильм под названием Пен. Про Питера Пена. Вернее, даже он скорее про капитана Крюка, но... Не суть важно, не в этом дело. Просто я вот этот фильм я жду, я очень хочу его посмотреть. Потому что, блин, Питер Пен — это такая крутая тема, которую давно уже не развивают. Погнали, давай, тяни, ты сможешь. Нам чертит дорожку. Сейчас, назад, что-то меня сносит именно вправо. А, вышло вроде, да? Нет? О, получилось. Increase your rate of climb. Может, так фишечек подлавливаешь. Да. На этот раз фишечки не полетели. Никогда не угадаешь, когда они полетят. Да, так процесс замедляется настолько, что... Ёй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! Нет, вроде... А, не получилось. Вот поэтому я не охочусь за фишками прямо сейчас, потому что гиблое дело. Что же мне делать? Hold on! Hold on! Чини! Я, кстати, не мог тебе помешать, пока я занимаюсь. Это был Тирекс! Я вообще в машине застрял. Ой-ой-ой, занос, занос, занос! Можно вылезать, по-моему. Мне кажется, ли это самая-самая скучная миссия? Серьезно, по-моему, это самая нудная миссия из всех, что пока была. Ой-ой-ой, их два.
это ребята откуда появились? Our communication equipment's been destroyed. We're stuck here, ladies and gentlemen, and stuck together thanks to you people. At least we came prepared. There's a communication center here, in the old operations building. If we can get here, we can send a radio call for the airlift. Эпизод пройден, ребят. Мы довольно мамочка в ярости. Мы довольно быстро продвигаемся. Я совершенно не знаю, почему появляется эта черная окантовка, как только я перехожу в режим, когда мне показывают, как хорошо я отличился во время миссии. В самой игре главное, что ее нет. Так бы я мог исправить. И соточки нет. Ну ладно. Анджей Ситх у нас появился. Ситх настоящий. Ну, пропустим, это мы не нашли. Продолжить сюжет, да, погнали. Поехали! Прибытие Инген. Это, видимо, повтор сюжетного задания можно устроить. Но спасибо, нет. Я уже его прошел, я не хочу его проходить. Дважды. И да, опять же, это открытый мир, ребят, если кому интересно. Hey, someone! These little green things have got me surrounded! I never should have swapped my stun rod for Morris's dessert. Что так много, а как же? Роланд Тембра. Мне кажется, это как... Тембра это ведь как Рэмбо, да? То есть, я думаю, он в состоянии с ними справиться. Нам не получается их распугать, ну ладно. Кстати, у нас прям почти full house. Их двух персонажей еще не хватает, чтобы заполнить все настолько сильно, чтобы уже нельзя было ничего сделать. Тиранозавр. Тиранозавра мы вызвать не можем. Давайте покопаемся в какашках. Сара, мне нужны твои золотые... Я хотел сказать руки, ну ладно. У тебя есть и другие позитивные качества. Да, тут опять здесь лежит... Трицератопс, которому нужна помощь. По-моему, он вечно чем-то болеет. Серьезно, он что-то не то ест. Кушай. Да, он нам нужен, чтобы пробить дорогу вперед. Как же у нас много персонажей. Мне кажется, я помню, знаете, где больше всего было персонажей, где ими было уже даже сложно управлять. В Хоббите, в Лего Хоббите. Уже, там уже было тяжело, серьезно. Там уже было просто трудно ими управлять, потому что их там было столько в некоторых миссиях. В некоторых она была нормально. Идем кормить мороженым. Что ты... Что она? Она напоминает одного из моих преподавателей, там, где я учусь. Ну, немножко, наверное, в молодости. Парень с длинными волосами в шляпе, то есть мой прототип очка. А, вот этот чувачок мне напоминает моего учителя по режиссированию. Ну, не лично моего, конечно, у нас. У нас с ним не было все так интимно. Хотя вам не надо знать подробности. В общем, нет, ничего не было, естественно, это я прикалываюсь. Просто похож чувачок. Уж не знаю, правильно я или я объединяю сейчас персонажей, но... А, видимо, не важно было, кто сюда заберется. Поехали! Золотой куст.
вообще удобно зарабатывать очки вместе с тобой, Трицератопс. Мне очень нравишься. В свободной игре, наверное, лучший способ зарабатывать, как сейчас. В свободной игре это лучший способ зарабатывать. Help me! These little pestilence are a bigger puzzle. Так, у кого тут есть зубило? Idiot Burke said they weren't dangerous. Hey, Carter! Where are you? We're meant to be safety partners. Не знаю, кто может прорубить. У нас, по-моему, нет персонажа, который может пробить заросли, так что... Придется действовать вот так. Ну что, у нас почти 500 000 кубиков собрано. Just isn't a proper campfire without s'mores. I could really go for one right about now. Усенького ты захотел, а ты заслужил. Вот, как я понимаю, следующее задание. You want to learn something new, huh? Then I'm happy to help. Отличает гребень на голове, имеющий вид длинной изогнутой трубки, которая тянется 2 метра. Нет? В пределах своего загона Индоминус Рекс способен развивать скорость до 50 км в час. У него такой маленький загон был в фильме, я не знаю, где он там 50 км в час может развить. It's right down in there. About a mile and a half from the base of these cliffs. We'll let them sleep. One more hour. Oh no. Ешь все, спасай еду. What is that? Нифига себе побег, ребятки! Я такого в жизни побега не видел. В Лего игре особенно. Лего игры развивают. Раньше там было только 3 персонажа играли, но теперь. Да, это забавно заменится. Бедный плюшевый мишка. Вот уже съедают. Но остается все меньше, ребят. Нас почти всех съели. Или кто-то просто прорвался вперед. Прорвались, ребята! Тут, видимо, узкая пещера. Я не знаю. О! Это, блядь, мне сцены из Питера Кинг-Конга Питера Джексона. Да, и такие все. Мы не знаем, что делать. Нет, другой чувак. Естественно, папка должен был выжить. Как же без него? Но наша тема не выступает. Ой, рафтеры, это нехорошо. А, правда, они вещи их украли, они самих кусок. Они осознали. Это они будут играть в футбол. Сумка же, высокая трава. Go, go. Я хорошо. Продолжим мы ковыряться в высокой траве в следующей серии, ребят. Спасибо за просмотр. Можете ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся мы с вами в следующей серии. Пока.